со мной и остаться нервною, брошенной женой или безответною, тихой, неживой, словно с незаметною раной наживой. Ты могла бы следующей встречной потом и в какой-то, каком-то следующей деле непростом и не одинокою ты могла бы быть и могла бы многое, только не могла в случайную быть в конце концов и детям дать печальную участь без отцов и не жить, а маяться, долю материть, ждать, пока сломается что-нибудь внутри. Так что лить без повода слезы смысла нет. До какого года нам выписан билет? Никому не ведомо. Радуйся, живи, что большими бедами обошла нас жизнь. И саксофончик.